Беларусь торгует более чем 200 странами и территориями, экспортирует в 160 государств. Достигнут рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав правительств. В полном объеме выполнены 28 союзных программ, в том числе согласованных действий в области внешней политики. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте. Госстандарт запретил реализовывать топовые средства для стирки. Порошки внесли в список опасной продукции. Изготовители в маркировке умышленно указали: субстанции предназначены для машин-автоматов. Однако показатель пенообразующая способность превысил 204 мм при норме не более 180. Санкции на ввоз и продажу этих товаров вступят в силу 8 марта. На торжественный прием в преддверии Дня женщин приглашены 29 жительниц Могилевской области, двое представительниц нашего города. 1 апреля стартует национальный конкурс «Предприниматель года». По его итогам в каждой области специально созданные оргкомитеты определят лучших бизнесменов в номинациях «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и не только. Прием заявок до 1 июня. Участие бесплатное. В первенстве Беларуси среди юношей и девушек с победами вернулись домой учащиеся Бобруйского училища Олимпийского резерва. Воспитанники тренеров Вадима Инона Жуковец, Максима Осадчева и Андрея Артемова завоевали золотые медали, бронзовые награды и серебро. Чемпионы также получили право представлять страну на чемпионате Европы и мира.